Друзья, всем привет! Наше видео начинается в порту города Мокпо. И мы сейчас на фестивале, посвященном порту Мокпо. Припарковались и попали сразу на салют. Красиво, Алиса. Почему все так равнодушно проходят мимо? Я когда вижу же салют, я просто как вот собака, которая видит косточку. Это ж как так красиво. А люди идут мимо, ну салют и салют. Вау, Алиса, красота. Поедем дальше. Друзья, какая-то активность для детей, там что-то надо написать на стикере, и за это дадут попкорн. Пишет Амеля, а попкорн будет получать Алиса. А Макарчик пишет. А надо приклеить свою звездочку, Макар. Туда. Стоим в очереди к тиру пострелять. Даже дали гранату подержать. Гранату вот так держит, если от разжать руки, она взрывается. Нет, 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 подожди. Я вафли поищу. А? Встретили здесь парня корейца, который немножечко разговаривает на русском. И у него есть друг из Казахстана, из Алматы. В общем, что-то это опасно, потому что газовое какое-то оружие, я не поняла. Пусть лучше вместе с ними постреляет. Здесь ларечки стоят с продажей всякого разного. Друзья, посмотрите, как вход оформили красиво. Кто там? Рыбки, да, Алиса? Рыбки. Вечером красиво. Друзья, здесь, как обычно, можно что-нибудь продегустировать. Это какая-то морская штука в красном перце. Вкусно. Похоже на соленую рыбу нашу, вяленую, да? Просто в соусе. Ну, друзья, фестиваль – это обычно обжорство. Здесь очень много еды из морепродуктов. Можно сесть вот прям... Мы по морю, прямо на набережной. И здесь концерт еще идет. Здесь оценка аукциона рыбного. Друзья, вот здесь вот прям сделали типа мангала по-нашему. И можно купить на сетке рыбку,
кальмаров и пожарить прямо здесь, на берегу. Увидели витрину с сушеными морепродуктами, решила вам снять. Что за рыба, не знаю. Сосиски только знакомые и креветки. Да. Опять у детей обжираловка. Сосиску хотят длинную. Дай маме попробовать. Слишком жареная. Друзья, вот такое место мы еще нашли на набережной. Прикольное. Здесь можно покушать. Как вкусно пахнет. Так, надо найти машину. Классное место. Надо сюда как-нибудь приехать поужинать. Мне кажется, это так романтично. У моря. В такой палаточке. А сейчас уже все устали, домой хотят. Друзья, второй день фестиваля, и мы приехали, так как центр семьи, куда мы ходим, город Мокпо, они сегодня здесь выступают. И вот сейчас речь предоставили директору центра. Я даже не знала, что вот она монахиня. Выступают дети с нашего центра. Это дети из мультикультурных семей. Например, мама из какой-то другой страны, иностранка, папа кореец. Ну, в основном такие браки. Потому что в Корее сейчас, ну, существует такая проблема, что кореянки предъявляют очень высокие требования к мужчинам, просто так замуж не выходят, очень трезво относятся к выбору партнеров, и порой требования, они очень такие, знаете, неосуществимые, несопоставимые с реальностью. Вот. А женщины из юго-восточных стран, они спокойно выходят замуж. Но, конечно же, есть разница в культуре, в менталитете. А сейчас в Корее государство уделяет очень большое внимание детям из таких семей. При таких центрах идет поддержка детей, чтобы они изучали язык мамы бесплатно, то есть чтобы дети были двуязычными. Амелию разрисовывать. Мне понравилось, потому что здесь Мокпо и символы города Мокпо. Это вот мост, библиотека, маяк. Все, появился, получился. Все, красивый получился, да? Возьми. Это Алиса сделала, да? Молодец, Алиса.
меня солнце садится, а фестиваль в самом разгаре. Здесь же бар открыли, импровизированный, с фотозоной. Ой, девочки выступали или идут выступать, кажется. Друзья, в Корее видишь очередь, сразу вставай, потому что что-то дают. Сейчас посмотрим. Что-то люди жуют, уходят отсюда. Друзья, дают мясо. Мясо. Апсамнида. На, Алиса. Дали мясо, бульгоги. Горячий. Будешь кушать? Друзья, помимо фудтрака есть еще и вот такая фудзона. Здесь традиционная корейская еда. О, Алиса. Даже есть аквариум с живыми креветками. Сейчас скорее сезон креветок. Сейчас все их едят. Все, друзья, по-моему, дети уже всего наелись, напились. Вот последний просит стакан. Фруктовый лед. И мы уже домой. Всем пока. Алиса плачет. А сейчас будет концерт, но он до 10. Дети устали, мы поедем домой. Всем пока.